Более 400 свиней пришлось ликвидировать егорскому фермеру. На прошлой неделе в его хозяйстве у животных обнаружен вирус африканской чумы. С 18 ноября по распоряжению губернатора на Капсамуне введен 30-дневный карантин. Вокруг фермы появились посты, а само хозяйство закрыто. Кроме этого, ветеринарной службой округа проверены все фермерские угодья, расположенные в 20-километровой зоне вокруг Капсамуна. По заверению администрации муниципалитета, на данный момент работы по устранению вспышки африканской чумы уже завершились. Как попала зараза в Югру, пока не уточняется, но по основной версии заболевание носит завозной характер. Что же касается компенсации за потерянный скот, то об этом можно будет говорить только после снятия режима ЧС. Сейчас догорают остатки, соответственно, это будет все это закопано, рекультивировано и засыпано известью, и в том числе, ну и не только известью, то есть все материалы, все работы по дезинфекции будут проведены, ну и, соответственно, еще в течение 30 дней будет наблюдаться за состоянием этого крестьянско-фермерского хозяйства, то есть будут проводиться пробы, а также оставшихся животных, потому что там еще остались животные, это крупный рогатый скот,